Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Я рассказывал вам, как я сижу за столом. Обычно я сажусь вот так вот за столом. Там стоит вот такой же стул. Я сижу вот так вот. Раз. Спинка ровная. Ножки скрещены. И здесь у меня большая опора. В отличие от, смотрите, вот так. Я сижу, вот она опора. Здесь уже вены передавливаются. Отток крови от стоп ног затруднен. Возникает тут застой. Я сажусь вот так. Раз. Сел. Могу в лотос, но это туда дальше. И начинаю есть. Очень удобная поза. Очень удобная поза для сидения и занятия различными вещами. Но теперь маленькая поэтическая страничка. Страничка маленькая, поэтическая. Карточка моя. Мир. Я отдал ее жене. По-моему, на нее пенсия приходит. И вот только сообщение. Что? Что пошли траты. Так я вижу нормально. Вот вижу нормально все. Не просто нормально, а можно сказать отлично. Вчера вечером я разглядел вторую звездочку. Так, сразу мельком глянул и разглядел. На ковше большой медведицы. То есть именно по ней проверяется с древних времен зрение. А вот что касается чтения, то я вот читаю в очках для чтения. Именно вот что касается чтения, то зрение отказывается смотреть. Итак, я вам хочу парочку стихотворений. Помимо того, что я сам их сочиняю, я сам их исполняю, то есть это говорит о том, что если вы хотите, чтобы ваша голова нормально работала, помимо долгого жевания, да, необходимо, чтобы работало сознание. То есть умом надо пользоваться. Этот инструмент надо оттачивать. И вот такое стихотворение для женщин. Я так понял, что некоторые женщины любят стихи, как-то это могут оценить. И вот я одно из вас. Это просто-напросто для женщины. Вот для женщины от меня, как девы по гороскопу, вот всем женщинам. Часы бьют. Кстати, вот звуки, вот мы с вами сидим, беседуем, звуки должны очищать пространство, они должны ласкать ваш слух, они должны через это вас гармонизировать, настраивать на положительную и на красоту.
есть такое понятие, как лечение гармонии и красотой. И вот для этого надо создать атмосферу. Итак, для женщины. Сойти с ума в твоих руках так просто, теряя мысли, землю и себя. С тобой невозможное возможно. Себя не мыслю без тебя. Ты самое большое испытание, которое мне Боже подарил. И я люблю тебя так искренне и нежно, как только можно женщину любить. Ну как их не любить? Как вас, женщины, не любить? Кстати, знаете, вот жизнь вещь такая, что мы с вами попеременно бываем то мужчиной, то и женщиной. И вот, как бы сказать, влез в шкуру женщины, мужчины, вот в данной жизни вроде как что-то мы понимаем, не понимаем, но если мы немножечко в себя заглянем поглубже, то вспомним свои перерождения и когда мы были тем и другим. И тогда нам все равно, нам важен человек, нам важно общение. А вот такое мистическое стихотворение, которое можно услышать тогда, когда вы действительно куда-то там углубились, отвлеклись от вот этой всей беготни, суеты. И вот так вы услышите, вдруг с вами разговаривает, ну, пускай там ангел ваш хранитель, или еще какие-то силы, или наяву, или во сне, скорее где-то между ними. Я вижу птицу на плече и слышу шепот ее мне. Жди изменения в судьбе, твои слова, дела и мысли – пределы, что отведены, уже наполнены, созрели, оформились в прекрасный плод, и вас награда суда ждет. Аж мурашки у меня пробежали. А! Как, да? Вот это вот услышать вот это вот. Ну и такое... Закончим такое наше, так сказать, стихотворное вступление после нашего правильного завтрака. Прежде правильные дела дальше дают правильный настрой на все остальное. Вот такое вот несколько философское стихотворение. Мы в жизнь приходим, чтоб трудиться над своей судьбой, любить, мечтать и веселиться, болеть, страдать, переживать и опыт жизни получать, который нас с тобой меняет, от скверны всякой очищает, вратами темными ведет, где нас Творец с тобою ждет. О, опять мурашки побежали. Вот это вот, да. Вот такие вот вещи. Ну и мое, так сказать, четверостишье напоследок. Еще раз скажу. Для того, чтобы голова работала, надо ее пользоваться умом, надо сочинять, надо там память. У меня раньше не было ни такой памяти, хотя вроде соображалка, если она есть с самого детства.
Но, как говорится, инструмент есть, но им-то надо научиться пользоваться. И вот с течением, значит, всей этой нашей жизни я потихонечку научился им пользоваться научился. И еще для вас, милые дамы, такое стихотворение. Был бы я дельфином смелым, так нырнул бы в глубину и собрал бы жемчуг белый, что любимое так к лицу. А! Вот что значит правильный завтрак. Видите, сразу потянула на. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!